Каждый год в канун празднования 9 мая в Макитео проходят встречи ветеранов со студентами. На этот раз на классные часы пришли ликино-долевцы, чьи детские или юношеские годы выпали на 40-е. В этом году Макитео посетили 21 ветеран. Каждый пришел со своей грустной, но героической историей о том, как выживали во время войны. О 40-х студенты знают только из учебников и по кинофильмам. Однако услышать, как было все на самом деле от тех, кто там был, это, по словам студентов, непередаваемые эмоции. Хотелось бы верить, что наши ветераны в канун этого праздника, да и всегда, не будут забываемы, потому что самое главное для них сейчас – это человеческое общение, это внимание, это забота, которой хотелось бы, чтобы был окружен каждый ветеран Великой Отечественной войны и вообще каждый наш человек пожилого возраста. В кабинетах колледжа воцарилась тишина. Все с замиранием слушали рассказы ветеранов, задавали им вопросы или просили спеть. Давай, с удовольствием. Так, пожалуйста. Я люблю тебя, Россия, дорогая наша Русь, неразгаданная сила, нерастраченная.